Проект был сложным, он не удавался. И архитектор с напряженным лбом считал, курил, вздыхал и чертыхался, склонясь над непокорным чертежом. Но в дверь вдруг постучали. И соседка, студентка, что за стенкой жила, аллея ярче, чем ее жакетка, сказала быстро «здрасте» и вошла. Вздохнула, села в кресло, помолчала, потом сказала, щурясь от огня: «Вы старше, вы поопытнее меня. Я за советом, я к вам прямо с бала. У нас был праздник песни и весны. И два студента в этой пестрой вьюге, не ведая, конечно, друг о друге, сказали мне о том, что влюблены. Но для чужой души рентгена нет. Я очень вашим мнением дрожу. Кому мне верить? Дайте мне совет. Сейчас я вам о каждом расскажу». Но, видно, он не принял разговора. Отбросил циркуль, опрокинул тушь и, глянув ей в наивные озера, сказал сердито: «Ерунда и чушь. Мы не на рынке и не в магазине. Совет вам нужен? Вот вам мой совет. Обоим завтра отвечайте «нет», за тем, что нет здесь чувства и в помине. А вот когда полюбите всерьез, поймете сами, если час пробьет. Душа ответит на любой вопрос, и он все сам заметит и поймет». Закончив речь уверенно и веско, он был немало удивлен, когда она, вскочив, вдруг выпалила резко: «Все сам заметит? Чушь и ерунда!» Слегка оторопев от этих слов, он повернулся, видно, для отпора, но встретил не наивные озера, а пару злых отточенных клинков. «Все сам поймет, вы так сейчас сказали? А если у него судачья кровь? А если там, где у других любовь, здесь лишь проекты, балки и детали? Все сам поймет? А если он плевал, что в чем-то сердце то огонь, то дрожь? А если он не человек? Чертеж? Сухой пунктир, бездушный интеграл?» На миг он замер, к полу пригвожден. Потом, потупясь, вспыхнул почему-то. Она же, всхлипнув, повернулась круто и, хлопнув дверью, выскочила вон. Весенний ветер в форточку ворвался, гремел, кружил, бумагами шуршал. А за столом бездушный интеграл, закрыв глаза, счастливо улыбался.